Здравствуй, Сэм. Сэм, с тобой все в порядке? Да. Знаешь, мы с ним подрались, с тем парнем. Очень взрывной тип. Знаешь, что он сделал? Он снес весь мой макет. Знаешь, сколько я времени на него потратил? 938 часов. Да, 938 часов, вот именно. Что, правда, 938 часов? Приблизительно. С ним явно что-то не то. Он меня пугает, Гарри. Что именно тебя пугает, Сэм? Как он выходит из себя. Теперь я понимаю, о чем говорил Отес. Я никогда тебе не говорил, Герти, она... В общем, она ушла от меня. Тесс меня бросила. На полгода она переехала к родителям. Я знаю. Она дала мне второй шанс. Я обещал ей, что изменюсь. Ты изменился, Сэм. Слушай, Герти, за все время, пока я здесь, я отправил Тесс сотни видеописем. Куда они уходили? Они вообще до нее доходили? Сэм, я отвечаю только за то, что происходит на базе. А как насчет ее писем ко мне? Сэм, я отвечаю только за то, что происходит на базе. Герти. Я что, правда клон? Когда ты впервые прибыл на Саранг, произошел сбой. Несчастный случай. Ты очнулся в изоляторе. У тебя было сотрясение мозга и потеря памяти. Я обследовал тебя, провел несколько тестов. Да, это я помню. Да? Сэм, аварии не было. Тебя оживили. Это стандартная процедура для новых клонов. Они проходят тесты на психическую устойчивость и общее физическое состояние. Генетические нарушения и ошибки в считывании ДНК могут нанести серьезный вред. А как же Тесс и Ив? Это импланты памяти, Сэм. Загруженные и отредактированные воспоминания настоящего Сэма Белла. Очень жаль. Сэм, ты уже несколько часов не принимал пищу. Могу я тебе что-нибудь приготовить?